центре города, как ядовитый гриб, без разрешения и за рамками безопасности и границ, выросла многоэтажка. Застройщик запросил разрешение на строительство трехэтажного жилого дома. Получив, вылепил 7. Причем кто и как строил – тайна. Госэкспертизы безопасности и пригодности здания для проживания не было. Хотя купить квартиру в новом доме застройщик предлагает уже сегодня. Прежде чем купить квартиру, покупатель должен поинтересоваться у застройщика вид назначения земельного участка. То есть земля должна быть под многоквартирный жилой дом. Должны запросить у него градостроительный план. Должны запросить у него разрешение на строительство. После этого, когда они увидят то, что все документы в порядке, но если они при этом сомневаются, они могут обратиться в администрацию города-курорта Анапа, им разъяснят, можно покупать в этом доме квартиру или нельзя. Также они могут посмотреть на сайте официальном администрации Анапы добросовестных застройщиков. После этого только можно покупать квартиры в Анапе. Возместить материальный ущерб хозяевам квартир должен застройщик. Еще одно здание под снос – угловой дом в районе Алексеевки. Пока в суде готовят заключение, работники продолжают строить дом на углу улиц Криничная и Анапское шоссе. Специалисты отметили дом наклейкой «Самострой». Местные жители отреагировали сразу, поделились впечатлениями о соседстве. Это очень не нравится. Мы инициировали жалобы, которые были поданы в муниципалитет наш, о том, чтобы прекратили строительство. Обратите внимание, кабель лежит вон он по дороге. Он совершенно, этот кабель лежит вдоль дороги, не заизолирован, никуда не спрятан. Самовольно у нас вот здесь была, если обратить внимание, вон труба торчит, в их дом заходит. Это была наша линия, газораспределительная линия. Приехали, отрезали. Хозяин участка, как Юлий Цезарь, на современный лад. Пришел, увидел и присвоил. Общая газовая труба стала частной собственностью нарушителя. Захватил несколько метров соседних участков, нарушив границы. Никакой управы нет. Приезжают какие-то тузы здесь, ну, молодые люди кавказской национальности, ведут себя очень так вызывающе, агрессивно. Нарушают и строители, и наемные работники. Строительные материалы и мусор складывают на газоне. Они здесь живут. Они бросают вот здесь мусор, они занимаются тут черт знает чем, приезжают к ним, они уже приезжают не только сами, но я смотрю, здесь уже женщины, дети, уже семьи какие-то, что это такое? Чем это закончится, сами понимаете. Целевое назначение участка под индивидуальное жилое строение. При подаче иска здание было одноэтажным. Сегодня работники возводят 5-й. Нарушил градостроительный план еще один застройщик. Здание на углу улиц Лермонтова и Азовская по документам индивидуальный жилой дом. По факту многоквартирный и многоэтажный. И стандартный набор нарушений анапских застройщиков. Выход за границы участка, самовольный захват соседних территорий, невыдержанные пожарные разрывы. Пока в суде готовят решение о сносе, предупреждать о незаконности стройки будет отметка «Самострой». И так будет с каждым самовольно возведенным зданием. Мэр Анапы Сергей Сергеев считает, анапчан и гостей курорта надо предупреждать. Покупать квадратные метры в таких домах не стоит. Отсюда лежит прямой путь в категорию обманутых дольщиков. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.